Да блин, ну тороплюсь. Да пофиг, я просто говорю, сообщите, если будет еще раз, надо будет разбираться, в чем проблема. Да я бы и так не стал банить, и понятно же, что шутка была. Опять же, Валя. Какие сегодня дурацкие ошибки? Сегодня вот два рана заруинил. Там, на 13 уровне и на 18, по-моему. И обе ошибки максимально тупые. Просто танк по-дебильному у меня развернулся. Причем так, что я вообще не должен был этого допустить. Но я типа думаю, да не, не может быть такого, что он меня развернулся, и он разворачивается. Я вот примерно как сейчас я выехал. Но сейчас типа пофиг, потому что это второй уровень, можно рискнуть. А, я, кстати, опять не сбросил, не было же бомб. Опять забыл сбросить. Все, надо какой-то нормальный пейс донести, а то такое начало стрима не очень. Опять третий раз уже за сегодня в конце второго звезда внизу. Ну ладно, здесь и так две звезды уже дали, поэтому пофиг мне. Вот, нужно какой-то хороший пейс хотя бы донести там до 20, ну до 30-го там какой-нибудь, 31-го, 32-го. Хотя бы средний пейс, но хотя бы донести не сдохнуть. Это Миха. Опять не возьму эту звезду. Ладно, пока с двумя поиграем.
Да, в Бэтмене. В Бэтмене это было. Странная история, то есть, по-моему, Стэнс вообще особо автосплиттерами не пользуется. Иди раньше, по крайней мере, не пользовался. А я, наоборот, всегда был за автосплиттером. Мне нравилось то, что вот точность, не надо отвлекаться, там СОП получается точным. Сам по этому поводу, я считаю, что не надо не запрещать автосплиттеры. Автосплиттеры — это удобная штука. Желательно, чтобы их было как можно больше для каждой игры, чтобы был автосплиттер, там, для... еще с настройками под каждую категорию, чтобы все было максимально удобно. У меня когда-то была мечта об идеальном спидранерском эмуляторе, где был бы встроенный, короче, лайфсплит. То есть, вот прикиньте, эмулятор, все отключенные, все читерские функции, которые в спидранерах запрещены, чтобы там нельзя было перемотку юзать или... Ну, их, может быть, их сделать, чтобы их можно было включать для тренировок, но во время спидрана, чтобы было видно, что ты играешь вот в таком вот, значит, режиме с совсем отключенным вот функционалом, который в спидранерах запрещены. Без перемоток, сейвов, без турбокнопок. Вот это все в спидране недопустимо. И там был встроенный, вот, точнее, вот в этом эмуляторе, то есть это будет все отключаться. Встроенный, значит, лайфсплит со встроенными автосплиттерами, там, которые все автоматически в базу как бы подсовываются и синхронизируются с этим эмулятором. Вот, это прям такая идеальная штука, по-моему, которая... Если бы спидраны были более популярны, наверняка бы кто-то что-то такое бы сделал. Ну, понятно, за основу там не обязательно это какой-то там с нуля писать эмулятор специально, то есть можно взять за основу, как делают же, берут там какой-то вот эмулятор и на его основе делают какую-то свой там, свою вариацию, там, добавляя что-то новое, там, или продолжают поддержку. Вот можно было бы также за основу взять там... Ну, вот есть максимально близко, это местный NHTA. Вот есть местный NHTA, где, по сути, Mason, но там добавили, значит, отображение хэш-суммы при запуске рома, чтобы можно было видеть, что это оригинальный ром. Там счетчик кадров неотключаемый, там лагфреймы там отображаются, то есть вот это вот все, но при этом еще и вот то, что я сказал, добавить, то есть... В целом прикольно, что хотя бы есть такая штука, как местный NHTA, но... Что-то нереально. Так я знаю, я так изначально и говорил, что это такая неосуществимая мечта, как бы, которая... Как бы сделать вот максимально удобные спидраны на эмуляторе. Red Boss Hunter. Причем это было бы удобно и для спидранеров, и для модераторов. То есть, если вы модеры видели там, что ран сделан на этом эмуляторе, то там, по сути, вообще не надо даже ничего проверять. Потому что читов там никаких нету, по сути. То есть, ну, я не знаю, можешь, конечно, видос склеить. Это всегда, всегда можно, но по сути, то есть... Как-то там подкрутить намного сложнее все становится. И время всегда точное, потому что автосплиты. И, то есть, модеру, по сути, вообще не надо ничего делать. Если ран на таком эмуляторе был сделан, можно, по сути, сразу же принимать. Вообще модеры не нужны тогда. Так смысл-то в том, что
таймером-то все равно можно пользоваться. То есть, как... Что в данном случае дает автосплиттер? Привет, Григорий Макеев. Эмулятор лучше использовать для спидранов? Да и любой, который под... нормально... То есть, на NES вообще много хороших эмуляторов, потому что консоль достаточно популярна и уже хорошо оптимизирована, и, в принципе, любой, какой удобнее, там, хоть Mesen, хоть Nestopia, хоть Seux, хоть... Но желательно посмотреть, там, в некоторых играх запрещают какие-то эмули. Вот, у меня любимый это... этот... Mesen и Nestopia для NES. Вообще, на спидранкоме есть список, там, это... эмуляторов разрешенных. Но с другими консолями я как бы особо их не спидраню, поэтому больше про... только про NES могу сказать. Давайте преимущество. Смотри, автосплиттер отличается от сплита вручную, как правило, если там будет разница, то на какие-то там фреймы вообще непонятны. То есть, если ты точно будешь стартовать, то никакого преимущества не будет, потому что разница будет там не больше нескольких фреймов. Плюс-минус. А эта разница ничего не сыграет, потому что ты все равно не будешь видеть, в какой именно фрейм ты зашел. Все равно как бы... Это все непонятно. Как Джерихо. То есть это надо либо вообще таймер запрещать тогда, чтобы ты не мог смотреть вообще на время и видеть, какой там... То есть надо как-то играть с таймером, но при этом нельзя в него смотреть. А если можно смотреть на таймер, то автосплиттер ничего уже, ну, никак не... дополнительные преимущества уже не даст. Уже если это автосплиттер, нет такого эмуля. Это я придумал этот эмуль у себя в голове. Тайм при этом в этом Бэтмене. Так, проблема в том, что типа, даже если ты знаешь, что ты видишь четко, когда заходишь, то это все не даст тебе преимущество, потому что как ты поймешь, какой именно фрейм ты забежал? То есть, если это какая-то фреймперфектная штука, как вот на бабке, когда меняется каждый фрейм, то там непонятно, в какой именно фрейм ты забежал. Но в Бэтмене, кстати, не так. В Бэтмене паттерн босса меняется, типа, каждый там... Я не помню, там какие-то... Ну, там не фреймы, там типа несколько десятых секунд, там, по-моему, он меняется. И это, в принципе, можно отследить и без автосплиттера. А если бы он менялся реально каждый фрейм, и... то тогда его и с автосплиттером нельзя было бы отследить. Есть нечестная штука, есть для контры, короче, недавно сделали такую штуку, которая показывает по глобал таймеру в VR-таночках, я, естественно, кто еще их спидранит. Значит, для контры сделали штуку, которая на 6-м уровне показывает, какой будет паттерн у огней, которые, по сути, рандомные, то есть по глобал таймеру работают. То есть там, значит, скрипт, который, исходя из того... Значит, какое... Сколько там по времени идет ран, определяет и показывает, где будет огонь. Я не знаю, кто играл в контуру на 6-м уровне, там есть место, где ты бежишь, и там, типа, вот так 3 огня снизу вверх бьют. И иногда там может ударить сразу же самый нижний и тебя сразу же убить. Это, типа, плохой паттерн. Иногда там со среднего, иногда с верхнего. Есть там топ-паттерн, когда можно без остановки, по сути, забежать практически.
И вот в ране тебе приходится как бы реагировать на это как-то и подстраиваться. А есть скрипт, который типа показывает в реальном времени, ты видишь, какой сейчас будет паттерн. Вот это реально читы. Но если ты, например, играя с таймером, каким-то образом научился сам определять паттерн по времени, то, ну, это уже не получится запретить, потому что нельзя запретить смотреть на таймер. Автосплиттер здесь сильно ситуацию не меняет. Блин, я потерял... Сколько я там потерял? 0,3. И здесь еще как будто 0,2 потерял. Хотя это потому, что я танк там взорвал, наверное, бомбой. Ну, короче, фейс такой, вроде неплохой, но какие-то... Уже пошли таймлузы. Ладно, если бомба будет немного подкидывать, то нормально еще. А вроде подкидывает. Только где ставит? Ладно, повезло, налево развернулся. Окей, нормально. Ну, если слышишь по своему усмотрению, ну, если без автосплиттера играешь, то да. Логично, но в теории таймер. Таймером назвать. Так, ну, давайте-то запретим, я говорю, на время вообще смотреть. Запретим лайфсплит использовать. В большинстве игр все равно, где есть Global Timer, он там типа... Там надо настолько точно знать время, чтобы определять какие-то моменты точно, что... Просто наличие таймера под рукой, даже с автосплиттером, тебе ничего не даст. То есть в тех же вторых чипах, например, какая разница, что ты там... Видишь, какой точный момент ты зашел к бабке, все равно это не даст тебе возможность увидеть, какой у тебя там, какие у тебя там значения глобал таймера, и там нужно ли тебе зажать паузу или нет. В каких-то играх в теории это может помочь, где немного по-другому действует рандом, и... Но таймеру единственный вариант это просто запретить вообще... Лайфсплит, запретить смотреть на время, ну, в спидранах запретить смотреть на время, ну, это очень странно. Это при таймере логичен. Ну, в этом есть определенная логика в некоторых играх, но никто так делать не будет. Что это абсурд. А кто тебя запретит, типа, просто смотреть на время? Типа, окей, допустим, ты не запускаешь прогу дополнительно, ты просто там... Да где угодно там, я не знаю, на телефоне. Как это вообще проверить, типа? Что ты там где-то запустил у себя таймер и смотришь? Это невозможно проверить. Это как разделять вот тетрис там с изучением паттерна и без изучения паттерна. Почему не стали разделять категории? Потому что невозможно проверить, учил ты паттерн или нет.
Это нет никакой разницы. Так же и здесь. Это невозможно запретить, по сути. Тут не было бомб. Во, это уже хороший поезд, кстати. Бомбы давали нормально так. Первый реально годный поезд за сегодня. Или второй. Ну, тот был так себе. Спасибо за 100 рублей на ним. А, блин, пришлось рискнуть, потому что непонятно как-то ездит. О, блин. Этот Макс. Так, перестал давать бомбы. Ну ладно. Бомба надалеко. Ну нет, на этом... Не знаю, она еще и на льду, блин, и есть вероятность ее как-то криво взять. Неохота. Ладно, обойдусь. Ну, в конце подкинули. Куда он уехал там? Окей. Где? Так, это уже не буду брать. Еще потороплюсь. Так, троих взорву посик. Быстрый может меня развернуться и...
Да, это файлик, скрипт, по сути. Скачивать отдельно, да. Спасибо за 100 рублей на ним. Два, 33, да. Плохой. Окей. Сейвовая. У меня геймпад заглючил. Просто какая-то шиза. У меня фигня полная. Что это было? Да блин, я думал, еще один выйдет. Жесть! Это оно! Это саб-30 все равно! Ага. Какой ужасный 34-й был. Вы представляете, что это могло быть? Это могло быть, наверное, может, даже 55, 50, 56 точно могло быть. Но пофиг, мне все равно такой 33-й не повторить никогда в жизни. Ух. Саб-30, саб-30. Вот он. Нарандомил в конце. Как я реально так нарандомил? 32-й. Я ничего особого на 32-м не сделал. Просто, типа, стоял на линии, и все просто ехали вниз. То есть мне просто повезло, что... Во-первых, я не стал особо рисковать, потому что пейс и так был хороший, это не нужно было. И все танки просто ехали вниз, никто не свернул там, куда не надо. И все. Вроде это не так сложно сделать, но обычно хотя бы один танк куда-нибудь свернет и все испортит. На 33-м тоже бомба, и все там. Причем одна же бомба была, по сути. То есть я говорю, что обычно там нужно либо две бомбы, либо бомбы-часики. Но вот здесь мне одной даже хватило. Вот. На 35-м еще бомба помогла. А на 34-м часики я взял, и они вроде бы помогли, но все равно, но как будто бы и подпортили в конце. Но, скорее всего, без часиков было бы еще хуже. Я сейчас так думаю, типа, там два танка оставались вот эти внизу. И без часиков, либо бомбы, я бы не знаю, что я в конце с ними бы сделал. Но обидно, конечно, за 34-й. Это вот так-то... Спасибо еще за 100 рублей на ним. К
Кто этот аноним, интересно? Кто мне деньги шлет? Вот так вот.